Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про питання приватизації власності у Дніпрі. У нашій студії Альона Турчак. Альона Турчак – заступниця директора департаменту по роботі з активами Дніпровської міськради, керівниця управління з питань комунальної власності. Має три вищі освіти. Навчалася в Українському хіміко-технологічному університеті, університеті внутрішніх справ та у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління при президентові України. Міській раді Дніпра займається питаннями приватизації комунальної власності, хобі – біг, катання на лижах, читання книг. Альона, я радий вітати вас у нашій студії. Досить давно не бачились в такому форматі. За цей час ви, чого немає в нашій довідці, ви встигли стати депутатом обласної ради. Чим там займаєтесь, власне? Добрий вечір. Депутатская деятельность, она в основном направлена на общественную деятельность, на то, на все силы кидается на округ, на избирателей, которые отдали свои голоса депутату и делегировали полномочия в какой-то помощи, защите, представлении интересов. Поэтому, конечно же, только этим сейчас и занимаемся в областном совете. Ну, естественно, конечно, каждый депутат зашел в какую-то комиссию, поэтому моя комиссия, в которой я нахожусь, это по коммунальной собственности, это, в принципе, то, чем я занимаюсь в городском совете. Это мне очень понятно, близко, и как бы я там чувствую себя вполне на своем месте. А вот с выборцами, как вы работаете? До речи, який округ, то есть это встречи, это какое-то спілкування? Оскільки, ну, треба сказати для наших глядачів, что, в принципе, депутат міської ради, обласної ради, районних рад у Дніпрі зараз вже немає, ну, это фактично такая громадська діяльність, вона не є оплачуваною. Кто ваши выборцы, перед кем вы отвечаете? Да, мои избиратели – это весь АНД и индустриальный район, у меня городской округ, но также я еще взяла на себя, скажем так, это по своей собственной инициативе взяла Новомосковский район, там как такие села, как Перещепино, Губиниха и так далее, Магдалиновка, поэтому там хочется просто действительно помочь, и встречи были, и праздники к Дню защиты детей устраивались. То есть, в принципе, потому что городские депутаты очень хорошо помогают на округе, то, что касается моего, да, то есть они там очень плотно ведут работу, и очень слаженно, и очень, ну, просто потрясающе, скажем так. А те округа, которые немножечко подзабыты другими депутатами, но мы решились на нашей фракции, что почему бы и нет нашей партии пропозиции зайти туда и помочь взять шефство над такими округами, которые пока что никем, ну просто нет там депутата сильного какого-то или просто который обратил бы туда внимание. Вот туда тоже обращаем свой взор. Так, Альона, я пропоную перейти до нашої безпосередньої теми. Це, власне, комунальна власність, та тема, якою ви займаєтесь і в міській раді. Це фактично в виконавчому органі, да? Ви є заступницею директора департаменту, є начальником управління в облраді. Також у профільну комісію з цих питань входите. От доволі часто доводиться чути таке словосполучення, як власність територіальної громади міста Дніпро. Це досить часто і в офіційних, в неофіційних, в новинних повідомленнях зустрічається це словосполучення. Але от, я думаю, далеко не всім зрозуміло, що це таке. Це чия власність? Власність територіальної громади? Це якоїсь конкретної людини? Це сусіда цієї людини? Це групи осіб вашого департаменту, вашого управління? Що це за власність таке? Да, давайте роз'яснимо. Це комунальна власність, яка принадлежить либо обласному совету, либо городскому совету. То есть, когда такая фраза звучит, обычно она заканчивается городской совет в конце или областной совет. И это что значит? На балансе областного совета или на балансе городского совета, не конкретно в лице кого-то, не конкретно в лице какого-то департамента, есть собственность, которой нужно эффективно управлять. Либо сдавать в аренду,
команду, либо продавать, либо еще есть третья версия, мы можем кому-то подарить, либо принять в дар точно так же, либо обменяться, допустим, с фондом Держмайна. Такая тоже практика существует. Например, если городу необходимо для каких-то своих нужд, для департаментов, для медицины, неважно для каких целей, которые нужны конкретно городу, мы можем попросить у областного совета, можем попросить какое-то здание, даже учреждение, то есть полный цикл, да, мы можем попросить юридическое лицо и попросить все то, что на этом юридическом лице находится. Вот на, могу вам сказать сразу пример, вот вчера на сессии облсовета мы приняли решение, проголосовали депутаты для того, чтобы больницу имени Руднева передать городу, на баланс городу, то есть теперь это будет городская больница, все юрлицо вместе с недвижимостью. И депутаты підтримали, так, це рішення? Ну, досить відомо, тому що лікарня у нас на проспекті Пушкіна, вона знаходиться. Так, це хороше рішення, правильне, тому як всі лікарні, які знаходяться в місті, тим більше, я наверняка думаю, що і софінансування йде, і якесь определене, ну, ми знаємо всю цю реформу, яка спочатку ушла в місті, потім Борис Альбертович повернув обратно, вірніше, в область ушло, всі лікарні, потім все повернулося на місця. Близько року, так, півтора. Так, це була складна ситуація. Это и было тяжело управлять и руководить этими больницами. Соответственно, какие-то дотации шли из города, да, зарплаты шли из города, управляли люди на местах в облсовете. Поэтому, конечно, вот это тоже, это туда же, в ту же копилочку, в те же заслуги, скажем так, для того, чтобы в городе было правильное понимание, что происходит в департаменте здравоохранения. Я думаю, это был большой плюс к департаменту здравоохранения. А вы сказали такое слово, как возможность обменяться, скажем, между фондом Держмайна, местом. То есть, чи вірно я розумію, что вы пропонуете что-то взамен цьому? Чи это просто передача? От, скажем, есть такая инициатива у міста, да, что этим объектом місто может больше эффективно распоряжаться, скажем, ніж область, ніж держава. То есть, чи это есть обмен? Давайте разъясню, что вот именно мены как таковой, ее уже в законодательном поле ее запретили, как именно мена. Но у нас часто фонд Держмайна просит какие-то помещения, здания, и мы рассматриваем, выгодно ли это городу, насколько это выгодно фонду Держмайна, насколько это необходимо фонду Держмайна, либо с какими-то организациями, которые тоже... Они относятся к фонду Держмайна, но это какие-то государственные предприятия, Укрзалізниця или еще кто-либо. То есть вот каждая потребность. Вот, например, как заводы раньше, да, они были частными, они были государственными, потом частными. И потом, когда уже понимает частный собственник, что не может управлять всеми домами, культурами, да, которые раньше существовали на балансе завода, нужно было отдать это все в городскую собственность, чтобы управлялось эффективно это все в другом месте, скажем так. Поэтому, да, есть такой момент, что каждая власть рассматривает у себя на местах, будь то облсовет, будь то горсовет или державная власть, рассматривает какие-либо моменты по необходимости. Но это не так часто происходит, но тем не менее происходит. Потому что мы часто ездим по своим улицам, по своему городу и видим какие-то заброшенные здания, учреждения и понимаем, что оно, ну, его финансирование на нуле, потому что оно совершенно никак не используется, не развивается, не ремонтируется, оно только приходит в упадок. Соответственно, нужно сильные плечи, сильные руки, и в данном случае каждый может выразить, в облсовете тоже достаточно много проектов, которые они берут на свое финансирование, и это очень неплохо, это поддержка города, все равно остается все это в городе. То, что касается недвижимости или каких-то скверов, не только же недвижимость это все касается. Совместно много делается ремонтов и в больницах, и скверы, и парки, но город, конечно, в этом смысле посильнее будет и попродуктивней.
Так, ну і слід відзначити, до речі, от наскільки я пам'ятаю, можу помилитись в точних цифрах, але так приблизно, бюджет міста Дніпра є дещо більшим, ніж областю. У Дніпра у цьому році це близько, можливо, 12 мільярдів, у області 10, да? Тобто також тут такий момент є. Альона, ви згадали такі моменти, які стосуються різних форм власності. Це приватна, це державна, це комунальна власність. Ну, зрозуміло, що десь може бути більш ефективним приватний власник, десь більш ефективним держава. Там кожні окремі випадки треба розглядати окремо, але загалом, якщо говорити, що називається загальна температура по палаті, да, от з вашої точки зору, хто більш ефективним? Держава, це місто, область, це комунальна власність, чи це приватний власник все ж таки? Знаете, я больше склоняюсь, конечно, что более эффективно используют недвижимость, помещение, это, конечно же, частная собственность, потому что частный владелец, у него не так много объектов недвижимости, как если мы, допустим, окунемся в реестры, государственные реестры, да, что у них на балансах числятся, реестры собственности горсовета, конечно, там тысячи объектов, но это такие, это не только подвалы, первые этажи, это и школы, и садики, и все-все-все, и ПТУ сейчас принимаются. Ну, это много-много всего. Естественно, что когда много объектов, уследить невозможно. Все равно есть какая-то привязка к, на балансодержателю, еще к чему-то. Ну, даже могу озвучить, что вот на балансе коммунальных предприятий может быть выше 500 объектов. Да? Это все равно очень большое одного количество. Одного коммунального предприятия. Да, да, это все равно большое количество. За ним тоже нужен и штат, и чтобы объезжали, и смотрели, и следили. Да? У частного владельца, наверное, вряд ли мы найдем такого в городе, у которого больше 500 объектов частной собственности. Но тем не менее, конечно, в этом плане, потому что у них его меньше, этих объектов, они и следят получше. Но тут, конечно, есть и свои моменты, с которыми мы боремся. Наш юридический департамент с периодичной успешностью показывает результаты те, когда мы боремся с такими нерадивыми, с частными владениями, которые портят улицы нашего города, когда бросают помещения, бросают здания, они рушатся, они приносят большую угрозу для жителей, потому что неизвестно, в какой период что отвалится. Да? И его надо охранять, его нужно обносить определенными забором. Это все траты. Частные собственники на это не идут очень часто. Поэтому, естественно, жители жалуются, думая, что это все недоработка властей городского совета или областного, к примеру. Но на самом деле это частное владение. Приходится доказывать, рассказывать, отписываться на контрольные вопросы о том, что это не является на данный момент собственностью города. Но в основном хочу, да, поддержать, что частный владелец, он, конечно, более эффективный во всех смыслах, когда он владеет своим майном, он точно знает, что с ним делать и как его привести в порядок, и за какие средства. Так, Альона, от таке більш глобальне питання у цьому контексті. От ваша думка, що приватний власник є більш ефективним, але у нас не така велика традиція, це близько 30 років, можливо, трошки більше, оскільки закон про кооперацію – це 88-й рік, здається, ну, коли почалися процес перебудови. До цього у нас 10 літям була планова система. До цього наше місто, взагалі, Російська імперія була, це зовсім інші порядки. От за ці 30 років, чи встигло вже суспільство освоїтися в цьому плані? І чи готові люди, ну, от за тою практикою, за практикою вашої роботи, ставати приватними власниками і, власне, розпоряджатись відповідально тим майном, яке вони купують? Вы знаете, да, я даже помню, когда была такой период, когда была коллективная собственность, были трудовые коллективы, у них они покупали недвижимость или тресты какие-то, строительные или какие-то другие, они покупали недвижимость, создавали ее сами, строили и так далее. И уже тогда пошла культура вот этого какой-то такой частной собственности в каком-то таком виде. Да? Они уже свое берегли, охраняли, холили или лелеяли. Потом при, допустим, каком-то распаде, либо банкротстве, все равно эта недвижимость куда-то отходила. Вот. И она не осталась, ну, большинство этой недвижимости не осталось бесхозной. Но
потом, вот даже вот за мой период работы, я понимаю, насколько люди действительно стремятся приобрести недвижимость. Для них это и стабильность, и какая-то надежность, и уверенность в завтрашнем дне, потому что, приобретая недвижимость, открываются, развивается малый и средний бизнес. Но даже если мы берем вот такую услугу, как просто сдача в аренду, это тоже своего рода бизнес. И люди идут на это с большой охотой, потому что хочется, каждому жителю хочется взять что-то свое, чтобы чувствовать себя более уверенно, принять какие-то уверенные позиции в жизни, ну и вообще развиваться дальше. Естественно, что любой бизнес, маленький, большой, средний, это всегда путь в развитие, а не наоборот. Так, Альон, ну от по сесіях, якщо говорити про міську раду, а не про обласну, ми бачимо, є такий цікавий розділ третій, там оце частково і ваш розділ, тому що саме в ньому ми бачимо кожної сесії плюс-мінус 20 об'єктів, які виставляються на продаж, тобто депутати мають підтвердити, що власне, що, власне, ці об'єкти можна приватизувати. От чи багато залишилось взагалі у місті, ну хоча б приблизно порядок цифр власності, яку ще можна приватизовать, выставить на продаж? Да, конечно, много. Я даже вот вам затрудняюсь сейчас сказать, сколько, потому что я не отделяю реестр, что можно продать, что можно сдать в аренду, что уже продано, что уже сдано, и что просто, чем пользуются наши коммунальные предприятия. Потому что это всегда, это каждую неделю, это все время какое-то изменение в этой ситуации. Поэтому это настолько подвижная субстанция, скажем так, что я не могу вам ответить точно. Конечно же, это больше там 300 например, объектов. Но есть еще такой маленький нюанс, который, может быть, наши жители нашего города не знают, и мы, пользуясь вашим эфиром, можно рассказать. У нас еще и пополняется коммунальная собственность в реестры какими-то новыми объектами, потому что есть такой еще чем пополняется, это бесхозная собственность. Так, ну, власне, перед эфиром мы говорили стосовно цього, да, вот да. Расскажи, это цікаво, до речи. Да, бесхозная собственность – это такой критерий, когда действительно что-либо, кем-либо потеряно. Я не говорю, что это конкретно Иванов какой-то потерял, да, это, и мы его лишили этого права, или суд лишил его этого права. Это целая процедура, которая занимает около 2 лет. Мы ее успешно проходим, она, конечно, очень долгая, но вот на этом аукционе, который у меня был большой, объявлен 15 объектов 11 июня, как раз 2 таких объекта, которые дошли до логического конца процедуру, они были проданы, и город получил свыше 2 миллионов гривен, получил за счет бесхозной собственности. Что это такое? Это возможно при банкротстве какого-либо треста, предприятия, любого ООО, например, и которое владело каким-то помещением или зданием, и оно просто рассыпалось, собственники разбежались или как-то, ну, какие-то странные, там, любые версии, которые могут быть с юридическим лицом, с физическим лицом. Это и ведомая эрла спадщина, которая, когда нет наследников, человек уже не жив, а собственность на нем числилась. И, соответственно, долгий процесс проверки, есть ли наследники, есть ли родственники. И такие частые случаи, когда их не обнаруживаются, в реестр это все составляется, такой список. То есть это надо ездить по городу, смотреть. Учитываются также рекомендации и жалобы наших горожан, которые обращают наше внимание на то, что где-то что-то стоит и долго не используется. Десятилетиями иногда не используется. Угу. Они нам подают сигналы, потому что чаще всего это те горожане, которые не безразличны, у них возле дома там находится какой-то странный объект, куда, который никем не используется, и, соответственно, вида он не очень. Вот. И мы эти все... Відповідно, туди, напевно, ведутся такие не дуже відповідальні люди. Тобто... Само собой, да, само собой. И это вызывает еще больше опасения, и жители чаще пишут. Вот. И, естественно, в таких случаях мы реагируем, мы ставим на учет это здание, мы просматриваем по всем реестрам,
были ли присвоены адреса, ну, очень-очень много работы. Угу. И потом в регистрационном заносим в реестр эти все помещения и ждем целый год, они висят в регистрационной службе, как те, которые планируются быть бесхозяйственной собственностью. И только через год решением обязательно суда присваивается ему такой статус, как, без, ну, как собственность, которая без собственника. Угу. И эта собственность передается автоматически в городской совет для эффективного использования. Так вот, два таких объекта, то есть на подходе еще, но первые ласточки — это на улице Столярова два объекта были проданы с аукциона, которые пришли в коммунальную собственность благодаря просто усилиям работников городского совета, а не то, что уже имелось, скажем так. Это еще большой плюс. Центр места, фактически. Да, есть центр, конечно, есть не центр, но в любом случае при продаже такого объекта, который долгое время стоял никому не нужный и даже приносил какой-то больше вред, чем пользу, конечно же, теперь будет счастливый обладатель его облагораживать, вешать лампочки, открывать кафе или что-нибудь, или офис, и все, и будет что-то будет точно процветать. Так, Алена, а чи є от різниця між приватизацією об'єктів, ну от, скажімо, на Столярова, я думаю, що це не пам'ятник якоїсь такої історії чи архітектури, і, власне, між такими пам'ятками, да, і стосовно їх користування, да, тобто, чи може власник, чи більш складна процедура приватизації у тому випадку, якщо будівля є пам'ятником історії та архітектури і відповідно поводження з ним? Да, конечно, имеет разница документооборот и вообще пакет документов, если это памятник архитектуры и не памятник, это, конечно, два совершенно разных документа, и подготовка, она длительнее происходит. Мало того, при выставлении такого помещения или здания на продажу мы должны обязательно указывать, и это всегда указывается, что должен быть охранный договор. То есть человек, который приобретает или юридическое лицо такой объект недвижимости, они должны понимать, что у них еще очень много появляется обязательств. Нельзя делать без разрешения покраску фасадов, изменения какие-то в конструкциях. То есть нельзя менять там какие-нибудь там барельеф или еще что-то. Нельзя вообще сносить. То есть там очень много обязательств. В охранном договоре, который на несколько листов, там все четко прописано, с кем что согласовывать. И за этим у нас следит управление по охране за культурным наследием и, естественно, и все остальные градостроительные учреждения, которые находятся в городском совете. Они за этим всем следят, они знают, что продается, то есть есть еще предварительный охранный договор, то есть нельзя этого как бы избежать. Вот. Поэтому, конечно, такой объект недвижимости, он сложнее. Найти покупателя на него тоже гораздо сложнее, но, тем не менее, находятся такие ценители или просто вот кому-то просто нравится. И кто-то может себе позволить заморочиться, скажем так, с всеми этими службами, привести в порядок, но зато у нас не пропадают, скажем так, красивые фасады, не пропадает наше культурное наследие, наше то, что было построено 100 лет назад, например. Так, от стосовно, у нас не так багато часу лишається, але тим не менше, стосовно конкретних об'єктів хотілося б поговорити. І в першу чергу те, що багато обговорюється у ЗМІ, це кінотеатр «Салют». Тобто його знесення, будівництво на його місці двох багатоповерхівок, 23-25 поверхів, це вже, напевно, не ваша історія, але тим не менше, да? От про це говорять. От що там було, як було його приватизовано, і що ви взагалі з цього приводу знаете, можете рассказать? Да, то, что там будет, к сожалению, не имею права комментировать, потому что тоже знаю точно так же, как и все жители города Днепропетровска, то есть из каких-то новостей. Уже Днепра. Извините, да, Днепра. То есть что есть в прессе. Вот. Но, естественно, конечно, мы можем обратиться с запросом или просто прийти на градсовет и увидеть, какие объекты и какие проекты затверджуются на градсовете, ну, что будет. Да, потому что туда приносят действительно документы, не только эскизы, а именно проектные документы, которые точно утверждается, сколько этажей, на каком месте и почему. Я могу рассказать только о том, что как продавался этот объект. Он очень долго стоял
никому не интересен. Этот объект очень большой по квадратным метрам и очень сложный внутри. Что такое сложный внутри? То есть, когда человек вкладывается в покупку, он хочет минимизировать свои затраты в плане ремонта или еще чего-то. Да? То есть, он должен понимать, что там будет. Люди, конечно, которые живут на этом жилмассиве, они просили все как один кинотеатр, но все мы понимаем, что однофункциональный кинотеатр при таком помещении – это колоссальные вложения и никакого заработка. Потому что ну, уже у нас есть Мосс-Сити, пример. Это торговый центр с кинотеатрами, с развлечениями. Ну, декілька у нас є таких у місті, так. Да, то есть правда осталась как такой пережиток, да, вот, который действительно держится на плаву. Но он в рабочем состоянии, он постоянно с кинопрокатом и так далее. А «Салют» туда... Туда даже электричество не подведешь без колоссальных средств. Конечно же, там перепады, перепады полов, потолков, отопительная система не работает. Но что такое больше 10 лет стоит законсервированное здание? Естественно, там уже было несколько пожаров и очень много жалоб, потому что детвора, и не только детвора, они ищут приключения на свою голову. Ну, це і алкоголізм, і наркоманія, да, тут можемо, да, багато говорити. Там... Так, Альона, от буквально у нас залишається 2-3 хвилини. За скільки продали? Плюс-мінус цифру, пам'ятаєте? Ні, к сожалению, простите, пожалуйста. Так, ну, але факт у тому, що знайшовся все-таки, да, знайшлась людина, яка придбала, да, і вирішила все-таки так, як вирішила вже приватний, да, власник. І це не є пам'яткою там історії, нет, чи архітектури. Ні, пам'ятники не відносяться к пам'ятнику архітектури. Час владелец сейчас принялся за полную реконструкцию, как я вижу, обносится все забором. Единственное, что могу сказать в защиту нашей работы и в защиту того, что частного владения, что теперь точно это не будет приносить угрозу окружающим. Это точно будет сейчас какой-то красивый объект, свежий, новенький. И я думаю, что даже если это будет действительно жилой дом, то на радость многим жителям приобретут квартиры. А вот стосовно памятника, буквально просил бы вас 40-50 секунд, так вже таймінг буквально ставлю. От я чув, знову ж таки, чи з преси не буду, чи, можливо, від когось чиновників не буду брехати, чесно, пам'ятаю, скільки, самі розумієте, інформаційний поток стосовно приватизації будинку профілактики. Це пам'ятник, да, архітектури, да. Да, що там? Этот пам'ятник архітектури, он очень сложный, потому что он уже очень сильно разрушен, и он сложный тем, что там более 4000 квадратных метров. То есть представьте, сколько денег нужно потратить, чтобы его, во-первых, купить, а во-вторых, отремонтировать. Поэтому, вы знаете, уже была попытка его продажи, готовился аукцион, но так и не было продано, потому что никто не заявился, даже не состоялся аукцион. Поэтому мы сейчас пробуем еще раз его продать и посмотрим на результат. Очень хочется, конечно, его отдать в хорошие руки, потому что городской совет, ну, это невозможно сделать из него без колоссальных вложений из него какое-то или как бы по назначению целевому какое-то медицинское учреждение или что-то такое отдыхающего направления. Это очень, ну, так, большие там вложения. Лікарня була свого, да, часу. Да. Так, Альона, щоб підсумувати нашу розмову, чи є можливість взагалі от у міста, у яке було власником того чи іншого об'єкта, якщо місто бачить, що новий власник неефективний чи якось не так розпоряджається, повернути знову у комунальну власність? Буквально 10 секунд, так, ні. Нет, нет, к радости нашей с вами, когда мы чем-то владеем, частное владение защищено Конституцией Украины, поэтому, слава Богу, обратной дороги нет. Пожалуйста, пользуйтесь. Единственное, что если вы будете неэффективно пользоваться своей собственностью частной, у вас будут штрафные санкции, у вас будет много организовано таких вот мероприятий по принуждению административной и финансовой ответственности. Ефективно користуйтесь. Да. Альона, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з Альоною Турчак. На все добре.